Предоперационное второго хирургического отделения ВРКБ. Перед началом работы мысленно настроиться, сконцентрироваться и продумать детали. И, конечно, провести обработку рук по всем правилам. И только потом пройти к пациенту. Пациент у нас мальчик, ему 3 года. Год назад было выполнено открытое сечение кисты семенного канальчика. Через 2 месяца случился рецидив, причем проявилась клинически еще пахта. Детский хирург Виктория Жиронкина в профессии уже почти 10 лет. Работала в клинических больницах Курска и Орла. А с 2018-го стоит на страже здоровья подрастающего поколения Подмосковья. Я категорически против, когда родители или медицинский персонал уверяют ребенка перед какой-то болезненной манипуляцией, что будет не больно. Мне кажется, что важно сказать правду, подготовить ребенка. Тогда малыши лучше переносят некоторые манипуляции. Виктория считает, что для хирурга важно качественное образование, любовь к детям, а также личная смелость, которая позволяет принять сложные решения и нести за это ответственность. Доктор Жиронкина уже не первый раз становится лауреатом премии «Продокторов». Говорит о том, что она снова в числе лучших врачей Подмосковья стала для нее сюрпризом. Считает это мощным стимулом для дальнейшего развития. Продолжать учиться, развиваться, совершенствоваться, пробовать какие-то новые методики, новые операции проводить, защитить кандидатскую. Ну, а в плане мечтаний – хочется, чтобы наша отечественная медицина развивалась, чтобы настал тот момент, когда люди из Европы и Израиля ехали лечиться у нас. У Виктории Жиронкиной еще немало интересных планов на будущее. И вполне закономерно, если в следующем году ее имя вновь появится в рейтинге лучших. Галина Житкова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.